сегодня поговорим о молитве, которая, в принципе, всем помогает. Эта молитва универсальна, и молитва «Отче наш». Есть, ну, в принципе, что дальше говорить о том, что молитва всем помогала всегда. И неважно, где ты находишься, в церкви молитву читаешь или просто это уже начитанная молитва. Но не забывайте о том, что вы можете не знать молитв, вы можете свои молитвы использовать, которые сами искренние желания, искренние слова, все это может помочь. И неважно, где вы молитесь, в церкви. В церковь это просто источник, где более сильные молитвы может произойти, потому что большинство молится и молились там, и молятся людей, вот и все. Ну что ж, приступим, как говорится, к этой молитве и как она говорится вообще. Отче наш, иже есть на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яковы же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Обычно это происходит молитва, когда вы читаете ее при свечах и после выпиваете, в общем-то, святую воду и перекрещиваетесь, и тогда вам эта молитва поможет. Дальше в ролике я покажу, как это все делается. А так, вот, в принципе, показал. Как говорилось ранее, я вам покажу в основном всю молитву, как мы должны делать. Это может быть в церкви, может быть дома, где угодно вы можете помолиться. Я вот переписал. Не бойтесь писать с ошибками. Это главное, что вы искренне все записали, молитву начитанную. Вот у меня свеча. Что еще? Спички. Святая вода. Ну что, в принципе, приступим к самому молитву. Зажигаю свечку. Вы видите, у меня давно эта свеча, но вы во многих роликах видели. А дальше можете запомнить эту молитву, можете читать по бумажке, если не можете запомнить. Но в данный момент я еще пока не запомнил эту молитву, поэтому читаю по бумажке. Отче наш, иже есть на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дождь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должниками наши, и веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. После этого мы перекрещиваемся.
три раза. Сейчас покажу, как это все перекрещение. И выпиваем святую воду. Чтобы прошла молитва успешно, задуваем свечу. Вот и все, что я хотел сегодня рассказать про эту молитву. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А дальше я буду рассказывать о многом интересном.